В зале заседаний Ижевского монастыря состоялась торжественная церемония вручения стипендии областного отделения Белорусского фонда мира одаренным учащимся Гродненской области. На торжество съехались представители всех районов Гродненщины, школьники, студенты вузов и СУЗов. Вначале была экскурсия по монастырю, рассказывает председатель областного отделения фонда мира. Я надеюсь, что традиционно в мае месяце мы будем собирать здесь лучших ребят из Гродненской области для того, чтобы их чествовать и вручать стипендии Гродненского областного отделения Белорусский фонд мира. Знаете, сегодня сюда приехало 56 стипендиатов наших, и я вот смотрел по характеристикам, очень сильная команда. Это и молодые ученые, это и ребята, которые достигли высот больших в учебе. Это победители различных этапов Республиканской олимпиады практически по всем предметам. Это и ребята, которые в творчестве достигли больших успехов, победители творческих конкурсов, профессионального мастерства конкурсов. Но самое главное, что их всех объединяет, это большое сердце. Открытое сердце, которое способно помочь другим, которая способна откликнуться на проблемы других людей. Основная масса из них – это волонтеры, которые бескорыстно помогают другим людям. И я уверен, что дух монастыря поможет им добиться еще новых, больших свершений. И вот качество своей учебы, своей работы – показать, насколько сильна наша молодежь, насколько она способна развивать нашу страну, делать ее краще и счастливее. Почетные гости торжества вручили ребятам заслуженные награды. Виктория Дорошкевич впервые на таком мероприятии. В самом деле я чувствую, как поднялась моя энергия, потому что буквально с утра у меня вообще не было настроения после моего экзамена. И тут я почувствовала, что на самом деле я из себя что-то представляю. Почувствовала свою, кажется, что рядом возле меня есть тоже такие люди, как я, единомышленники. И вместе побывать вот здесь очень приятно было. Вот зародилась энергия. Как думаешь, вот эта энергия в чем тебе может помочь сейчас? Продолжать двигаться вперед. А какая твоя мечта? Ты в 11 классе? В 11 мне нужно поступить. Успешно. Куда ты хочешь поступить? В БГУИР, в Минск. И кем ты хочешь стать? Программистом.